Дорогие ребята, мальчики и девочки, придет время, вы тоже станете взрослыми, и тогда забота о будущем ляжет на ваши плечи. А пока желаю всем вам здоровья, счастья, мирной и радостной жизни. Да. Когда кончите читать, то подольше посмотрите. И больше пауз. Не просите. Если руками что-нибудь делаете. Да у меня нет ничего, я бы что-нибудь мог бы. Можете карандаши, да. Только не стучите. А? Только не стучите карандаши. Будет поступать. Вот хорошо. Вот это хорошо. Вот тут. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю всех вас с Новым годом. Организация Объединенных Наций, которая объединяет большинство государств Земли, решила провозгласить его годом ребенка. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети – это наше будущее. Им придется продолжать дело своих отцов и матерей. Они, я уверен, сделают жизнь на Земле лучше и счастливее. А наш долг – постараться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у них было спокойное, радостное детство. К сожалению, сегодня на Земле и еще во многих местах гремят выстрелы, льется кровь, гибнут не только взрослые, но и дети. Много